Доброго времени суток, дорогие коллеги, с вами Кононова Аня, интернет-проект Фаберлик Онлайн, и сегодня мы с вами обсудим такие вот новиночки, как посуда, фарфоровая посуда от Алены Ахмадулиной. И, конечно же, обсудим с вами салфетки тканевые и скатерть посмотрим. Итак, самое первое, я решила вам показать, в чем оно приходит, как оно приходит, да, чтобы вы не боялись, что что-то в дороге разобьется. И самое первое, самое верхнее, что я вам хочу показать, это вот такой вот симпатичный, да, такая вот симпатичная штучка, это сахарница, артикул 9731, материал фарфор, объем 300 миллилитров, назначение посуда, срок службы не более 10 лет. Да, вот я тут почитала аннотацию на коробочке. Вот такая вот симпатичная сахарница, да, крышечка тут золотистая. Внутри так все вместительно, крышечки такие, да, очень удобно ее держать. Тут логотип Фаберлик by Алена Ахмадулина. Ну, очень мне понравилось, конечно. Фарфор, есть фарфор, красота, просто красота. Следующее, что бы мне вам хотелось показать, это такой вот молочник, артикул 9734, также фарфор, объем 300 миллилитров, посуда, срок службы не более 10 лет. Да, вот смотрите, аннотация сейчас сфокусируется, да, вот такой вот молочничек классный, тоже очень удобная ручка, держать легко, хорошо. А также логотипчик Фаберлик by Алена Ахмадулина, тоже классно, тоже здорово. Мне невероятно понравилась эта посуда, чувствуется, что качество у нее хорошее, рисунок тут идет крепкий, он не сотрется, ничего, это просто нужно, да, вот понимаете, да, вот сейчас очень-очень хорошо все сделано, нигде никакого брака нет, ничего, да, все покрашено ровненько, красивенько, да, то есть все, ну, просто великолепная вещь. Следующее, это овальное блюдо. Такое вот оно большое, очень даже интересное, да, тут такой вот логотипчик. Это блюдо овальное, артикул 9738, размер 31 на 22, также фарфор. Вот на него аннотация, 9738, тоже такое вот большое, классное, шикарное. Да, ну, конечно, 31 на 22. Также логотипчик. И оно, конечно, такое тяжеленькое, очень тяжеленькое. Все приходит, вот каждая вещь, чтобы распаковать ее, вам была вот в такой вот пленочке. Да, вот так вот было вложено каждая вещичка. И вот так вот была закрыта в коробочку. То есть, если мы это обернем какой-то пленочкой красивой или купим, да, пакетик от Фаберлик, да, который побольше, то это будет шикарным подарком. Шикарным подарком. И на самом деле и дарить классно, и в дом заказывать хорошо, стильно. Следующее, что бы мне вам хотелось показать, это такая вот тарелочка. Жалко, что я заказала ее одну. Единственное, что меня тут смущает, вот эти вот блестки, значит, микроволновки не согреть. В этой тарелочке, да, только накладывать, кушать мне. Также логотипчик, она идет 20 сантиметров, артикул 9735, материал фарфор. Все фарфор, абсолютно вся продукция. Вот так, да? Давайте посмотрим с вами аннотацию. Вся продукция фарфор. Да, видите, какой тут рисунок красивый, прямо клевый. Ну, интересная, конечно, посуда. Яркая такая, да, шикарненькая. А далее, что бы мне вам хотелось показать, это чайник. Чайник меня очень сильно удивил. И, если честно, я прям не ожидала, что он вот таких размеров. Он на самом деле очень большой. Это заварочный чайник. В нем можно, я так понимаю, заваривать и сразу из него наливать будем чай. Пришел он тоже в огромной-огромной коробке. Вот у него аннотация. Артикул 9729, материал фарфор, объем 1,3 литра. Ну, это просто, дорогие коллеги, на мой взгляд, удивление. Я думала, чайничек будет поменьше. Да, такая вот крышечка, тут закрепитель, да. Мы понимаем, что когда мы наливаем, чтобы он не опрокидывался, да, мы
зацепляем, да, вот этой вот штучкой, держалочкой. Очень такой хороший носик, да, смотрите, глубокий такой. Тут также идет Фаберлик Алена Ахмадулина логотип. Рисуночек тоже весь сделан хорошо, качественно, красиво. Я довольна этими покупками. Мне очень нравится, мне будет приятно принять гостей, да. А следующее, что бы мне вам хотелось показать, это такая вот конфетница. Тоже фарфор, артикул 9726, диаметр 11,7 сантиметров. Такой логотипчик. Но она маленькая. Я вам хочу сказать, что под конфеты в нашу семью это мало. Но на стол, я думаю, нормально будет внутри. Да, видите, такой рисуночек красивый. Вот на нее аннотация. Да, если что-то, пожалуйста, читайте. Вот, очень даже хорошенький, красивенький. И последнее, что мне очень понравилось, это чайная пара. Очень красивая чайная пара. Смотрите, какой шикарный наборчик. Внутри птичка. Да, кружечка такая вот. И блюдечко такое вот. Очень красивое. Тоже золотистка есть. Если получится, я, конечно, закажу побольше себе на стол. Фаберлик, да, Алена Ахмадулина. Что? Давайте с вами почитаем аннотацию. Тоже пришло, очень хорошо проложено было все. Значит, это у нас с вами идет чайная пара, артикул 9730. То есть оно заказывается одновременно, и блюдце, и кружечка. Значит, объем чашки 250 миллилитров, диаметр блюдца 15 сантиметров, назначение посуда. Да, вот такая вот аннотация. Очень хорошо было проложено. Так вот, значит, было сначала все завернуто в два пакетика. Кружечка лежала вот таким вот образом, да. Сюда было это. А блюдечко было вот так вот вставлено. И все было проложено вот этой вот штучкой, лопающейся, да. Очень красиво, очень классно, здорово. То есть и дарить красиво, да, подарки практически готовы, осталось их во что-то завернуть. И безопасно, как бы, да, на АП приходит. Следующее, что бы мне вам хотелось показать, это вот такой вот набор. Кулон «Райское яблоко». Размер кулона 3 на 2,2 сантиметра. Длина цепочки 50 сантиметров. Длина дополнительной цепочки 8,5 сантиметров. Материал акрил, сплав недрагоценных металлов. Назначение также вот идет аксессуар. Вот такая вот красивая коробочка. Во-первых, да, оно пришло в коробочке, не просто в упаковочке, что очень удивительно. До этого всегда... Потом, значит, я достала пакетик. Потом, значит, надо его распаковать. Тут он вот так вот упакован лежит, да, тут идет вот эта как раз-таки дополнительная цепочка. Сейчас я ее достану, да, вот она, дополнительная цепочка. Тут идет застежечка. И вот спереди, как она выглядит, да, то есть если она перевернется, будет весьма даже симпатично тоже смотреться. И вот сам кулончик. Очень такой нежный, женский, да, красивый. Приятная такая бижутерия, я бы вам сказала. И, конечно же, аннотация к ней, как пользоваться. Да, то есть инструкция по уходу и хранению ювелирной бижутерии. Вот. Такая вот, давайте я сфокусирую. Мне кажется, что... Это одинаково можно следить за ювелирной бижутерией. Не обязательно только за бижутерией Фаберлик, но в принципе вообще за всей ювелирной бижутерией. Да? Последнее, что бы мне вам хотелось показать. Посуду показала, ювелирную бижутерию показала. Очень хочется показать вам такие вот салфетки тканевые, две штучки. Они идут 40 на 40. Материал полиэстер. Артикул 9743. Вот. Такие они идут хорошенькие. Так, давайте камеру настрою. Угу. Такие вот один идут хорошенькие, большие. Как вы видите, они просвечивают очень сильно, да? Вот такие вот две штучки в упаковочке приходят. Замечательно, красиво.
Да, и я думаю, что они будут очень хорошо отстирываться. Сложенный тоже здорово. И такая же вот скатерть. Скатерть тоже очень даже симпатичная. Она проложена картонкой. Пришла она в такой вот... пленочке большой. Артикул 9740. Материал полиэстер. Размер 150 на 215. Довольно-таки огромная скатерть. Огромная, и мне она очень понравилась. Беленькая, свеженькая. С такими вот элементами. Да, симпатичными. Давайте мы ее разложим с вами. Она тоже прозрачная. Так же, как салфетки выполнена. Вот внутри была картонка положена. Да, и вот она. Ну, она тоже просвечивает. Точно такая же, да. То есть все края у нее... как раз таки выполнены вот в виде птичек. В виде птичек, да, и вот, видите, она просвечивает вот довольно таки сильно, да. Если наложить рисунок на рисунок, давайте с вами найдем рисунок на ткани, то вот, да, смотрите, вот таким вот образом. Ну, конечно, она большая, красивая, такой свежий цвет у нее. Очень она мне понравилась своей простотой. Нету ничего такого лишнего, да. То есть тут немножечко, да, совсем немножечко есть вот этого вот декора, да, видите. То есть вот это вот половину я вам сейчас показываю. Вот этот центр, да, вот такой вот как узорчик пойдет уже по краю стола с такими вот как бы веточками, да. И по центру стола будут тоже такие птички. Ну, в принципе, да, симпатично. Если ее развернуть целиком, то она мне, конечно, очень понравилась. Да, то есть вот таким вот образом. Это я вам сейчас показываю центр. Да, видите? В принципе, отличное дополнение ко столу. Я очень люблю какие-нибудь новенькие скатерти, очень люблю что-то новенькое из посуды. Я, конечно, соберушка, и мне очень-очень понравилась эта скатерка. Не помню, сказала ли я вам артикул, по-моему, сказала. Ну что ж, с вами была Кононова Аня, интернет-проект Faberlic Online. До встречи с вами в новых видео. Вот такая классная фарфоровая посуда от известного дизайнера Алены Ахмадулиной нас ждет в каталоге номер 3 2017 года.